Идем. Ha ha!
Thank you.
Thank you.
Хорошо. Теперь у тебя есть талисман. Вот он, держи, как мы и договорились. Спасибо, друг. Я никогда не забываю тех, кто помог мне. Я возвращаюсь в старый лагерь. Может быть, мы там еще встретимся.
Некоторых людей ничего не учат. Пока меня не впутали. Если ты думаешь... Каждый раз одна и та же история. Было не слишком умно. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Не хотел бы я оказаться на его месте. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Веришь кому-то, я больше не буду. Больше веришь кому-то и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда. Люди всегда болтают. Ты должен следить за... Во имя... Я нашел юнитор в ущелье троллей. Дело продвигается, ты молодец. Для осуществления нашего плана нужны еще 3 камня. Принеси мне оставшиеся юниторы. Я нашел юнитор в форте на горе. Хорошо. Ты принес нам 2 камень. Мы все ближе и ближе к цели. Наберись храбрости и терпения и достань еще 2 юнитора. Я нашел юнитор в разрушенном монастыре. Там был Горн, наемник. Он помогал мне в поисках. Невероятно! Теперь у нас есть уже 4 камня. Осталось найти всего 1. И тогда у нас будет все необходимое для осуществления нашего плана. Ты уже оказал всем нам великую услугу. Найди же и 5 камень. Я нашел юнитор под каменным кольцом. Великолепно! Теперь у нас есть все 5 камней. Ты оказал нашему лагерю неоценимую помощь. Прими же уверение в моей бесконечной признательности. И загляни к Риордану. Он знает, чем вознаградить тебя за труды. Еще поговори с Кроносом, хранителем руды. У него также приготовлен для тебя подарок. Теперь ты можешь взорвать Железную гору. Теперь у нас есть все для осуществления нашего плана. Но барьер был сотворен 12 магами. В круге воды недостаточно магов, чтобы управлять столь могущественной силой и направлять ее в нужное русло. Что мы можем сделать? Я понимаю, что мы уже и так в неоплатном долгу перед тобой за все, что ты для нас сделал. Но в интересах всех жителей колонии я должен попросить тебя оказать нам еще одну услугу. Еще одну услугу? Да. Отправляйся в старый лагерь и попытайся убедить магов Круга Огня помочь нам. Магов Огня? Почему ты думаешь, что они будут рисковать своим положением ради кого-то еще? Уничтожив барьер, они потеряют все, к чему так привыкли. Лишаться своей силы и власти. Именно поэтому ты должен взяться за выполнение этой миссии. У тебя есть друзья во всех лагерях колонии. Напомни магам огня про старое доброе время, когда мы вместе постигали искусство магии. Ладно, я постараюсь убедить магов огня, но я ничего не обещаю. Я по-прежнему считаю эту затею чистым безумием. Ты должен попробовать. Если ты не добьешься успеха, останется только один. Только один. Один что?
Неважно. У тебя должно получиться. Вот, возьми эту магическую руну. Передай ее Кариста, верховному магу Круга Огня, в знак нашего доверия. С ее помощью он сможет в любой момент, минуя стражу, перенестись сюда, в эту комнату. Это должно убедить наших бывших друзей в наших добрых намерениях. Надеюсь, ты вернешься целым и невредимым. Приветствую. Надеюсь, ты... Приветствую. Да мы поговорили. Я думал, это выяснили еще очень давно. Сатурас сказал, что ты приготовил для меня награду. А, заходи, заходи. Наш духовный лидер рассказал мне о твоих героических подвигах. Все обитатели лагеря, да что там, все жители колонии в глубоком долгу перед тобой. Прими же от нас эту скромную награду. Покажи. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Пока меня не впутали. Держи это при себе. Людям не обязательно. Может быть. Я не хочу в это ввязываться. Приветствую. Ты должен следить за тем, что я говоришь. Привет. Я думаю, это выяснилось. Ты не должен верить всему, что может слышишь. Быть. Некоторых людей люди ничего всегда не болтают. Похоже, назревает проблема. Некоторых людей ничего не может быть. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь. Привет! Ты можешь меня... Успех охоты... Мне обязательно знать об этом. Если ты думаешь... Мне нужны... Прости, парень. Я не могу... Покажи мне... Может быть. Были времена, когда... Все было совсем по-другому. Может быть. Не хотел бы я оказаться на его месте, правда? Людей ничего не учат. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Привет! Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Некоторых людей ничего не учат. Сатурас сказал, что ты приготовил для меня награду. Если ты думаешь, как хранитель руды, я хочу поделиться с тобой ее малой толикой в знак признательности за те великие дела, которые ты совершил для нашего лагеря. Надеюсь, тебе она послужит не хуже, чем нам. Некоторых людей ничего не это учат. Было не слишком умеваюсь. Я когда-нибудь изменится. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Давай поговорим веришь о чем-нибудь кому-то еще. Держись. Попадаешь в неприятности. Лучше ни на что не натыкаться. Некоторых людей ничего не учат. Это точно не моя проблема.
Не хотел бы я оказаться на его месте. Может, ты не должен верить всему, что я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Ты не должен верить люди всему. Люди всегда болтают. Каждый раз одна и та же история. Лучше мне что не натыкаться. Это когда-нибудь изменится. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Ты так всегда и бывает. Держи это при себе. Людям не обязательно это было не слишком... Я больше не слушаю всякую трепотню.